Біра Белан – кінолог, організатор міжнародних виставок собак всіх порід. Захоплення собаками пройшло через життя пані Віри. Це 53 роки її свідомого життя. У 10 років прийшла в клуб службового собаківництва зі своєю маленькою собакою, схожою на вівчарку. Дресирувала собак. Більше 20 років керує обласним відділенням кінологічної спілки України. Пані Віра – інженер, має технічну освіту і до виходу на пенсію поєднувала своє улюблене хобі з основною роботою в проектному інституті. Любить все, що оточує – людей, природу, тварин. Вважає, що завжди потрібно йти вперед, не можна зупинятися. Ти живеш, поки ти йдеш. І потрібно помічати все і всіх в своєму житті і любити це. Нічого немає зайвого і випадкового в житті. Віроніка Макарчук – учасниця міжнародних виставок собак всіх порід. Енергійна, відповідальна і цілеспрямована людина. Обожнює тварин. Має собаку породи веймарська лягава і весь вільний час присвячує їй, оскільки порода специфічна і потребує багато уваги. Мріє з часом завести собачий розплідник. Так, а ще в нас є третій гість. Вітаємо вас. Доброго ранку. Нашого третього гостя звуть Луї, правильно? Так, розкажіть, будь ласка, трошки тенче про песика, що це за порода і скільки йому років? Це веймарська лігава, йому 17 місяців. Геть-геть молодий. Геть-геть молодий. А якщо на людський вік? На людський вік, ой, я затрудняюся відповідати на цей вопрос. Там своя система, наскільки я розумію. Ну так, там, здається, рік за 4, щось таке. Я затрудняюся відповідати на цей вопрос, ніколи не задумувалася об этом. Это участник международных выставок, несмотря на свой столь юный возраст, он за короткий период завоевал титул юный гранд-чемпион Украины. Для его возрастной категории это самое высокое звание, выше уже нет, скажем так. Да, но мы готовимся продолжать нашу выставочную карьеру и надеемся завоевать не менее высокие титулы. А розкажіть, будь ласка, за якою метою взагалі проводяться от виставки тварин, не тільки собак, ну і собак зокрема? В нашій організації представляються одні з лучших пород, які живуть в Україні. В місті багато кінологічних організацій та общественних організацій, які теж займаються кінологією. Але в Україні нашу страну представляє тільки Кінологічний союз України. Ця організація була створена при підтримці і содействии першого президента України. І, звісно, в нашій організації сосредоточено все найкраще і найцінне поголов'я, яке сосредоточенные живет в Украине. Мы представляем нашу страну за рубежом, и сейчас, 1-2 июня, мы проводим очень серьезную выставку очень высокого ранга. Это сдвоенный ЦЦИП, сдвоенная международная выставка с присуждением титула «Кандидат международные чемпионы». Этот титул будет подтверждаться в Бельгии, в международной организации. И участники все имеют возможность получить сертификат кандидата в международные чемпионы. Але саме за результатами 2 червня будемо знати, хто в Бельгію відправиться. Да. Причем еще что интересно отметить, в мире существует более 400 пород собак. И на выставке, которая будет у нас вот в начале июня, будет представлено более 100 пород собак. И приезжают редкие породы, которые никогда не видели вживую в городе Николаеве. Можно было посмотреть на кинологических интернет-сайтах. Это Хоккайдо, это американская голая собака, голый фокстерьер. Этих собак мы не видели никогда, они будут представлены среди участников выставки 1-2 июня. Я так розумію, що учасники будуть не тільки з Миколаєва, з інших куточків України і, можливо, не тільки України, так? Да, приезжать могут все участники со всех стран мира, поскольку это международная выставка. А за каким критерием выбирают переможца? Конечно, собака должна соответствовать своей породе. Существуют стандарты, стандарт породы. И собака должна быть максимально приближена по экстерьеру, по внешним как бы критериям к тем требованиям, которые предъявляются к стандарту этой породы. Кроме того, очень важна и внутренняя составляющая. Собака должна иметь соответствующее поведение. Если это собака, скажем, служебной породы, она должна быть спокойна, уравновешена и умна. Вот. Если же собака, скажем, породы лабрадор, она не должна быть
встревожена чем-то, она должна быть ласкова, она должна любить человека, и глаза ее должны излучать вот любовь к человеку. Если эксперт, оглядывая эту собаку, заметил в ее глазах недоброжелательность, эта собака как бы... Это уже минус, так сказать. Да, это минус этой породе, минус ее поведению, и при племенном использовании будут уже задумываться над использованием этой собаки, поскольку ее характерные качества должны быть, ну, как бы любовь к человеку. У нас сьогодні в студії веймарська лягава. І які особливості цієї породи? Особенности этой породы, эта порода была выведена в 19 веке в Германии. Она была, скажем так, нацелена или заточена, как правильно выразиться, на охоту на крупную дичь. Также эта собака обладает сторожевыми качествами и собака-компаньон. Особенности этой породы – это прежде всего ее элегантный внешний вид, безупречная анатомия, очень красивая анатомия. И, ну так, наши глядачи могут побачить, и достаточно специфический характер. У этой собаки достаточно специфический характер. А в чем специфичность проявляется? Это собака-холерик. Собака-холерик. Она требует очень много внимания к себе. Она нуждается в очень длительных прогулках, в больших физических нагрузках. То есть вона требує к собі дуже багато внимання. Тобто, якщо розглядати так, як першу собаку, то ви, наскільки я розумію, не радите брати цю породу як першу собаку, так? Ні, я б не рекомендувала, да, безусловно. А у вас це перша собака чи ні? Ні, це моя не перша собака. Це моя не перша собака. То ви вже з власного досвіду розумієте, так? Так. Ми бачимо, що Луї, незважаючи на те, що він у незнайомій обстановці, біля нього знаходяться незнайомі йому люди, він поводиться досить і досить спокійно. Це результат дресирування, чи це характер в нього такий? Это скорее стабильная психика, которая вырабатывается на тех же выставках, принимая участие в тех же выставках, где во время проведения выставки может находиться 500 собак и более. Вот, допустим, у нас был двойной цицип в Киеве, там находилось около... Там было более 3000 собак. Более 3000 собак, да. И как тут не загубитись и показать свои особенности? Ну, между рингами собака находится в клетке. Собака находится в клетке. Давайте поговоримо про дресирування. Так? Ми знаємо, що насправді це невід'ємний, принаймні на мою думку, я не експерт, але мені здається, що це невід'ємний такий елемент для належного утримання собаки. Чи можна не дресирувати собаку? Коли в вашому домі з'являється маленький щенок, не нужно думать, что он перерастет и он не будет делать каких-то нехорошие действия в вашей семье, потому что он станет взрослым, этого не произойдет. Что делает щенок, то будет делать и взрослая собака. Поэтому, как только появляется в доме ваш питомец, ваш новый член семьи, нужно заниматься его воспитанием. Это несложно. От природы ему дано очень многое. Он наблюдателен, внимателен, он любит вас и хочет, чтобы все было, ну вот, как бы хорошо и слажено в вашей семье, и поэтому он будет подчиняться тем устоям, которые приняты в этой семье. И вам нужно будет только проявить немножко больше внимания, и если он что-то делает неправильно, и вам не хотелось бы, допустим, лаял, просто так вот он сидит и лает. Некоторые просто смеются, хотя нужно сказать ему «нельзя» или «фу», и он будет понимать, что лаять нельзя. Если же он делает какие-то правильные поступки в доме, он ориентируется, он не знает, как себя вести, он малыш, да? Он не знает, он попал. Треба похвалити якось, да, так? Его нужно похвалить, конечно, вы правы. И то есть вот все его поведение складывается из правильных, нужных для вас каких-то действий, или наоборот, вам бы этого не хотелось. В одних случаях вы его поощряете, в других говорите ему, что этого делать нельзя. Но существует очень много еще таких каких-то, как говорят, фишек, да, в дрессировке. Но самое простое – это то, что собака не понимает человеческой речи. Она понимает вот сочетание каких-то звуков да, и действия. Жесты, действия, да. Если вы скажете просто вот слово «цветок», да, а при этом нажмете на круг –
под усилием, которое он сядет. Вы будете потом говорить, цветок он сядет. Поэтому просто хочу сказать, что не нужно засорять голову вот многими словами, беседами. Это потом, когда он уже поживет в вашей семье, он привыкнет, и он будет знать, что ему нужно, да, какие-то навыки он уже приобретет, и вам кажется, что он вас понимает. На самом деле происходят совсем другие вещи. Он наблюдателен, и когда вы ему говорите, допустим, ко мне, да, вот не нужно засорять и говорить, иди сюда, иди ко мне, и так далее. Существует одна команда ко мне. Да, да, он путается, меньше слов, да. Вот что вы от него хотите? Если хотите, чтобы он подошел, говорите ко мне. Если что-то говорит, делает он неправильно, скажите ему нельзя, да, и вот угрожающей интонации. И постепенно, общаясь с этой умной, вашим умным членом семьи, замечательной собакой, и он привыкнет к вам, он будет понимать, что можно, что нельзя. Вы точно так же, как ребенку говорите, это можно, это нельзя. Чи можна дресирувати тільки вдома, чи варто звертатись до професіоналів? Когда вы обратитесь к профессионалам, вам будет легче. То есть это обязательная вымога, или нет? Это не обязательно. Сейчас очень много можно прочитать в интернете, можно найти какую-то соответствующую литературу. Но просто проще, когда вы придете на занятия, да, когда будет очень много рядом таких же вот необученных глупышек, да, и каждый будет ошибаться. А на ошибках учатся. Чем больше ошибок, тем легче научить собаку. А рядом дрессировщик, который подскажет, как правильно сказать, как правильно дать вовремя лакомство, как поощрить собачку, как наоборот на что обратить внимание. Есть очень много тонкостей, которых разобраться проще на дрессировочной площадке. Але все ж таки, ну, якщо, скажімо так, для себе дресирувати там принаймні 3-4 команди, щоб собака знав, то, в принципі, це можна зробити і вдома, так? Звісно, да. І я думаю, цим обов'язково потрібно займатися, оскільки живе собачка з вами, ваш член сім'ї, ну, десь порядка 10 років, 15 років. І як легко, коли ваш питомець знає, ви прийшли з роботи, ви в хорошому настроєнні, значить, він біжить, зустрічає, грає з вами, несе вам тапочки, ігрушку. Коли ви відкриваєте двері, у вас дуже тяжелий день сегодня был, он видит, что вы устали. Он точно так же подойдет, положит голову вам и не будет вас докучать, да? То есть собака будет знать, как вам общаться. Вы выходите на улицу, он не бежит, сломя голову. Вы ему сказали команду рядом, и можете его уже не замечать. Он идет рядом с вами. Вы остановились, он сел. Вы его позвали, когда он гуляет в парке, он к вам прибежал. То есть очень много есть таких моментов, когда проще, чтобы собака знала какие-то несколько, пять команд, ко мне, рядом, место, вот то, что вам нужно в обиходе. Чи відчуває Луї ваш настрій? Безусловно. Безусловно. Перед початком ефіру, коли ви давали йому команду, ви казали йому «браво», так? Да. Це ви його хвалите таким чином, коли, чи обов'язково це для собак хвалити його за команду і виконані? Обязательно. А які можуть бути наслідки, якщо собаку не дресирувати, окрім того, що це там якісь незручності? Чи може бути це небезпечно? Ну, я думаю, будут неприятности от соседей, которые будут слышать лай с утра до вечера, да, и собака будет думать о том, что это вполне возможно, да, хозяин это приветствует или хозяин не обращает на это внимания. У вас будет вся обувь, скажем, на протяжении всей жизни с отгрызанными задниками. У вас не будет, у вас на скотине, и так далее. Вы вышли на улицу и можете не увидеть свою собаку пару часов, пока он не нагуляется и не придет к вам. Луй, якщо його попросить незнайома людина виконати якусь команду, він цього не буде робити, наскільки розумію, так? Лише він вас слухається. Да. Слухай, я думаю, це на краще. Так. Либо же люди, которые с ним работают, либо хендлер в ринге, либо дрессировщик, который с ним занимался. Дякуємо вам за ваш візит. Нагадайте, будь ласка, де і коли відбудеться виставка, і чи можна буде туди перейти, якщо просто подивитись, якщо у вас немає собаки. Ми приглашаємо всіх бажаючих міста Миколаєва, жителів, любителів собак, і просто з дітьми, які можуть провести прекрасні вихідні дні. Це обласна база МЧС, вулиця Привольна, 136Б, ракетне урочище, часть міста. Ну що ж, там ми з Луї побачимось, правильно? Да. Ну що ж, ми будемо вас відпускати. Бажаємо вам успіхів на виставці.